Операция «Правопорядок» в данное время проводится на территории Кустанайской области. Основная ее цель – оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности и безопасности. В ходе проведения мероприятия полицейские могут проверять у людей документы и досматривать транспортные средства, что и сделали на днях патрульные в поселке Качар. Основная автомашина с российским учетом. С целью проверки документов в ходе проведения оперативно-практического мероприятия «Правопорядок» у водителя документов не оказалось. И пояснить, откуда данная автомашина, пояснить не смог. В ходе проверки документов выяснилось то, что данная автомашина зарегистрирована на третье лицо. Настоящий владелец, как выяснилось, даже не знал, что за рулем его авто находится неизвестный человек. Он думал, что машина находится там, где он ее оставил, в гаражном обществе. Позже автоугонщик признался, что решил съездить по делам, для чего и воспользовался чужой машиной. Теперь 41-летнему ранее несудимому мужчине предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем. Он находится под подпиской о невыезде. Еще одна машина была остановлена в Узункольском районе мобильной группой природоохранной полиции. В багажнике находилось две разделанные туши неустановленного животного, предположительно сибирская косуля, ружье ИШ-58 12 калибра и 5 патронов 12 калибра. По данному факту ведется досудебное расследование. У 33-летнего мужчины имелась лицензия на отстрел косуль, но она была просрочена. Теперь, чтобы выяснить, что браконьер застрелил животных именно этого вида, назначена экспертиза, после которой будет принято решение о назначении наказания. Это будет штраф. Полицейские сообщают, что и далее будут усиленно патрулировать автодороги и проверять транспортные средства на предмет провоза предметов незаконной охоты, огнестрельного оружия и других средств добычи животных. Диара Ахметчин, Наталья Луговская, РТН.